5000 конкурсантов из 22 стран мира. Все красавцы удалые и четвероногие. Столь масштабная выставка собак в Киеве проходит впервые. Причем соревнуются гламурные шарики не только по стандартным параметрам, но и в таких непривычных, казалось бы, дисциплинах, как танцевальное шоу или даже подиумное дефиле. За собачьими вальсами наблюдала Ирина Юсупова. Завивка, стрижка, маникюр. Перед выходом на ринг и четвероногие модели, и их хозяева заметно волнуются. Дефиле длится всего несколько минут, и главное успеть показать себя во всей красе. Тут надо перед выставкой помыть, побрить мордочку, лапки, видите, здесь короче. Длина лап и хвоста, высота холки, цвет глаз. Умение двигаться и выполнять команды хозяев. Конкурсантов оценивают эксперты из 15 стран. Малейшее несоответствие признакам породы, и кубок проигран. А за неподобающее поведение и вовсе придется покинуть ринг. Дисквалификацию собака может получить за агрессию, то есть направленную либо на эксперта, либо на собак, которые находятся рядом в ринге. То есть это сразу карается дисквалификацией. 170 пород и почти 5000 участников. Китайские хохлаты, мексиканские голые, коли короткошерстные. На некоторых собак пришли посмотреть как на экзотику. Сами же конкурсанты почти не проявляют интереса друг к другу. Даже сторожевые псы позволяют себя измерить и ощупать. Волкодав Кеша – одна из самых больших собак на этой выставке. 80 килограмм веса и почти метр в холке. Но несмотря на грозное название породы, собака отличается миролюбивым нравом. Королева вампиров потеряла чулок, а заяц-пекинес и вовсе отказался от дефиле. Участвовать в гламурном шоу весьма непросто. В образ должна войти не только собака, но и хозяин. У меня образ Пепелоты, Виктуалины, роль Гордины, дочь капитана Эфраимы, длинный чулок. Прежде грозы морей, а теперь негритянского короля. Мы вот настолько утонченная натура, что как раз можем сравниться с Эльфивой башней. Поэтому мы сегодня сердце Парижа. Те, кто сегодня остались без медали, нисколько не расстроились. Ведь на подобных выставках соревнуются хозяева, а удел собаки – просто быть рядом. Ирина Юсупова, Василий Миновщиков, подробности телеканал «Интер».